Что значит быть победителем? Что ты чувствуешь, когда ты чемпион? Это все просто очень круто. Когда ты на чемпионате Европы, ты не знаешь, как все закончится. Ты можешь стать чемпионом, а можешь вернуться домой без медали. Но ты, как воин, всегда готов к войне и идти только до конца. Я помню все свои встречи, как будто они были вчера. Первый я боролся со спортсменом из Литвы. Очень хороший, опытный спортсмен был. Вторая из Чехии тоже. Хороший парнишка был, крепкий. Третья был призер Европы 2015-2014 года. В 2014 году Рок Драфтич из Словении меня выиграл за третье место. И здесь мы с ним боролись, и слава богу, я его выиграл тут, на этом чемпионате Европы. Потом за выход в финал был у меня Денис Ярцев. Денис не раз меня выигрывал, и поэтому я с ним немножко опасался, но я знал, что эта схватка решающая за выход в финал.
нельзя проигрывать эту схватку. И я очень хорошо настроился и смог одолеть его. И наконец-то в финале был олимпийский чемпион из Грузии Лаша Шавдаташвили. Мы с ним не раз встречались. И как сказать, и мы очень друг друга хорошо знали и были настроены на друг друга. Даже в начале схватки он у меня вел в азаре, но до конца схватки осталось несколько секунд. Я набрался сил, я не хотел отдавать финал и одолел Лашу. Лаша очень сильный и опытный спортсмен. И в начале схватки он меня вел в азаре. Но я не стал сдаваться. Это был чемпионат Европы, финал. Это ва-банк я пошел. И все, что было у меня, все мои силы, я все вложил в эту схватку. И за несколько секунд до конца схватки Лаша получил 4-е предупреждение. И это означало, что я стал чемпионом Европы. Как и все другие спортсмены, которые ехали на чемпионат Европы, я тоже ехал туда за медалью. Я хотел бы там завоевать хотя бы как минимум 3-е место, потому что 3-е место чемпионата Европы – это тоже большой титул. Но, слава богу, я был в очень хорошей форме, я был очень хорошо подготовлен и стал там первым. Это было просто незабываемое чувство, потому что первая моя европейская медаль, она сразу же золотая. Это нереально круто, брат.
Меня зовут Рустам Оруджо. Мне 26 лет. Когда мне было 8 лет, мои родители записали меня на дзюдо. И с того времени я просто влюблен в этот спорт. Первый мой большой успех был в 2016 году на чемпионате Европы в Казани. Я тогда занял первое место. Это было просто неописуемо. Когда я выиграл схватку, я не понимал, что происходит. Я не понимал еще, что я стал чемпионом Европы. И на пьедестале, когда заиграл гимн моей страны, я от радости не смог сдержать слез. И я тогда понял, что я чемпион Европы.